На часах 20:30. Главная площадь города постепенно наполняется людьми, а сами виновники торжества собрались у Дворца пионеров. Отсюда стройной колонной они отправятся на свой последний школьный праздник. По традиции в авангарде выпускников шумные и заводные байкеры. Яркие неповторимые образы, пышные платья, строгие костюмы и самый важный атрибут праздника – искренние улыбки на лицах выпускников. Позади сложные экзамены, а впереди задача еще труднее – выбрать, кем они хотят стать и куда пойдут учиться. В этот день окончания школы отмечают более 500 ребят. Вроде вчера пошел в первый класс, и то все уже, выпускной, прям выступать скоро, и замечательно, я буду скучать по этим дням. Ну, вообще, выпускной – это самый такой замечательный день, когда все 11 лет позади, и уже дальше путь. Что, супер, классно, настроение супер. Переживаем, но новый жизненный этап – это здорово, это круто, адреналин, эмоции переполняют, вообще сложно мысли в кучу пока собрать, поэтому просто радуемся. Да, бурные эмоции, очень красочно, но очень прикольно, нравится все. В этом году в Сарове золотую медаль получит 71 выпускник. Результаты ЕГЭ у наших выпускников выше общероссийских. В целом по России средний балл по русскому языку составил 68, в Сарове 77. По профильной математике мы также впереди. Общероссийский балл 56, а в Сарове 63. Три выпускницы из 15-го и 3-го лицеев и 12-й школы написали русский язык на 100 баллов. По математике 100 баллов набрал выпускник 3-го лицея. Главный секрет успешных экзаменов, которым они делятся с будущими выпускниками, побороть свой страх. Очень страшно, но больше, наверное, волнение, чем правда это было. Я бы советовала никому не волноваться, все у всех получится. Далее у предстоящих классов, у 9-х, 8-х, 10-х. Чтобы никто не волновался, это больше страшно. На празднике ведущие уделили внимание каждой из школ города, отметив уникальные достижения выпускников этого года. Спортивные, культурные, волонтерские, научные, общественные и инженерные. С добрыми пожеланиями к юношам и девушкам обратились представители администрации города, департамента образования и Российского федерального ядерного центра. Перед вами открывается самая прекрасная пора молодости, которая подарит вам миллион шансов и возможностей. Самое главное – их не упустить. Я абсолютно уверена, что многие из вас считают себя уже давно взрослыми. А это значит, что вам приходится принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Сейчас у вас очень простое задание на самом деле. Может быть, не сегодня вечером, а завтра с утра определиться, кем вы будете в жизни. Это не сложно. Но как вы этот выбор вы сделаете, так и проживете. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в Сарове с уважаемыми, достойными, интереснейшими людьми. И в этот город украсите своим присутствием. Ульяна Скородумова в прошлом году приходила на эту площадь как журналист канала 16. Девушка снимала репортаж о самом ярком и волшебном городском событии. Сегодня она выпускница и герой репортажа. Мне сегодня очень радостно от того, что я заканчиваю школу и заканчиваю гордо, достойно. Я сдала экзамены. У меня впереди поступление в ВУЗ. Я невероятно благодарна городу, всем организациям, в которых я училась, работала, за то, что я выросла таким человеком, каким я сейчас здесь себя представляю. Финальный аккорд праздника – школьный вальс. Самая добрая и трогательная традиция выпускного праздника. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.